Радио «Вера» представляет. Сегодня, 1 июня, Церковь чтит преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готвского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского и Обоянского. Благоверный князь Дмитрий Донской родился в 1350 году. Когда мальчику было 9, его отец, князь Иоанн Красный, скончался. Воспитанием юного Дмитрия руководил святитель Алексий, митрополит Московский. Особые отношения связывали великого князя с преподобным Сергием Радонежским. Он стал крестным отцом двух детей Дмитрия Донского. Христианское благочестие князя сочеталось с его талантом выдающегося государственного деятеля. Его задачами стали объединение разрозненных русских земель и защита Руси от нападения Литвы и Золотой Орды. В 1380 году русское войско сразилось с полчищами Мамая. Свое благословение воинам и князю накануне дал преподобный Сергий Радонежский. Великий князь наравне с простыми воинами бился в жестокой сече. После победы князь Дмитрий впервые совершил всенародное поминовение убиенных воинов и повелел делать это и впредь. Так была установлена Дмитриевская родительская суббота. По инициативе великого князя было построено множество московских и подмосковных храмов и монастырей. Среди самых известных – Николоугрешский монастырь, церковь всех святых на Кулишках. Скончался Дмитрий Донской в 1389 году. Он был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.